Привет, с вами Гос. После ночи в этом контейнере, на этом немножко обоссанном кем-то матрасе, собственно, наступил новый день. Погода замечательная. В этом Fallout, походу, всегда погода замечательная. Весь дождь, какой был, льет сейчас, наверное, в Готэме, где Бэтмен играет в свою последнюю часть. Все остальные игры без дождя почему-то. Хотя, не знаю, вот в предыдущей части был туман. Из-за, видимо, тумана видео длиной 50 минут рендерилось 2,5 гребаных часа. Вот, поэтому лучше уж пусть будут ясные дни. Хотя, я думаю, что ясные дни все себе забрал Газманов в песне, поэтому... Блин, нет, это слишком сложно. Забудьте. Так, сейчас надо валить отсюда с этого корабля. Значит, я иду, продолжаю идти, куда я там шел. Куда я там шел, туда я иду, короче, продолжаю. Значит, по дороге, да ёпты, ну тут и намудрили. По дороге, значит, надеюсь, еще каким-нибудь... Да ядрись конем, господи. Нет, не быть мне матросом, походу, что-то с корабля или выбрался. Так, значит, откроем карту, посмотрим. Корпорация Галлюциген. Пропустили пару букв в слове галлюциноген, видимо. Ну что, зайти в корпорацию галлюциген? Или пошла она в задницу? Или зайти? Или в задницу? Так, в задницу или зайти? А может зайти в задницу? О, какая там прогрузка впереди некрасивая. Ай-яй-яй. О, там где-то перестрелка впереди идет смачная. Значит, что корпорация галлюциген подождет. Все громче и громче слышатся выстрелы. Это значит, что время нажатия F5. Херам собачьим. Автоматчики работают. А, и голоса супермутантов слышу я. Охрана Diamond City. Супермутант. Где супер... О! Разведчик. А не абы какой супермутант. Жри коктейль Молотова, сука. А, как я его выкурил, а? Полезли, сука. Не дай бог, кто скрысит мой фраг. Супермутированный фраг. О, пистолет мой патроны тратит, а? Как будто казенные. Дрын, почему в рукопашную здесь мутанты перестали сражаться, я не понимаю. О, легкая металлическая броня для правой ноги, легкая металлическая броня для левой ноги. Надоело мне эти ноги очищать по одной. Петелька, где враги? Ищи, у тебя же нюх собачий. Все кончено? Они убили последнего? Они скрысили мой фраг? Сволочь. О, нифига ты тут уселся. На почетном месте. Так, крышка, патрон калибра 38, что-то там. 38 на 8, видимо, это я не знаю, что. От чего такие патроны? От чего патрон подойдет? А это, слышь, ты что, в бейсбол собрался играть или воевать с супермутантами? Вернее, в регби? Так, господа, вы, собственно, вообще кто такие были-то? Чьи холопы? Гончая мутант, нихера себе. Я такого не видел. Собственно, даже спасибо мне никто сказать не хочет. Видимо, я слишком мало для них сделал. Бывает и такое. Но я просто не смог увидеть врага, чтобы ему... Вообще-то двоих-троих мы убили и загрызли, поэтому... Ёбаный в рот! О, да как это за ебло-то уже, господи! Ой, блядь. Фу. Придурки, блядь. Ну нахуй так минировать все, ёб твою мать, а. А, блядь. Это что они хоть заминировали? Это кусок мяса, что ли? Вот это? Мешок с мясом заминировали, я так и понял. Придурки, блядь. А, понятно, это территория за супермутантами, значит, да? Ну, а, чувачок. Ого, мутантов не боишься, значит, наш человек. Слышь, ваш человек, ты мне хоть патрон-то компенсируй.
В задницах супермутантов застряло 4 моих отличных обоймы. Да, ну и бронь у вас. Просто иди по указателям, да, да. О, машина как из Джетсонов прям. Ни хрена в ней места, смотрите, сзади еще диванчик есть. Вот эта тачка, я понимаю, вот это гламурите, вот это мажорите. Че сейчас такие классные тачки не делают, а? Делают какие-то свои бездушные Мазды. Вот. Вот, стильно, модно, смело, комфортно, судя по тому, что внутри там. Ну, если особенно ног нету, вообще полный комфортабл. Кто там, бля, пукает так уныло на этой улице, а? Не в мою ли собаку вы там щелкаете своими затворами? Рейдер. Сука. Петелька взвизгнула. Я вас за петельку сейчас всех тут разорву, чё? Кстати... Сука, херачится они, дай боже, блядь. Как за Сталинград воюют, слушайте. Нате в спину, сука. Молодец, петеля. Господи, я уже думал, он сейчас понаяривает. Прекрати меня соблазнять. Он успел перед смертью взяться за хер, подержаться последний раз. Кожаная броня, рейдерская броня, да пошел ты. Странно, у него и баба тут рядом была, хоть и страшная. Да. Если не с такой бабой, я бы тоже лучше дрочил. Наверное, я даже если не забуду, сделаю скриншот для серии. Из предыдущей картинки. Жареный рад олень. Давай, рад олень, полечи меня. Лечи меня быстрей. Ты рад олень. Так. Чё за звуки? Ёб твою мать. Вы-то тут что делаете? Хера у него такая дырень в башке, он еще жив? Я так понимаю, что гулей опасно лутать, они успевают радиацией облучить. Слушайте, да, патронов на этот пистолет не напасешься. Он, конечно, убоен до невозможности и крут до невероятности, но, блядь, патроны просто улетают. То ли дело вот это говнецо. Смотрите, какой у меня арсенал. Восточная публичная библиотека. Where is this shit? Так, я вместо того, чтобы дойти до грёбаного галлюциногена, дошел до Восточной публичной библиотеки. О-о. А что это такое? О чем меня не спросили? Хочу ли я вообще идти в эту темноту? Это метро. Бывало такое метро и раньше, а судя по вот этому мясу, здесь обретаются... Кто бы вы думали, конечно же, супермутанты. Супер еблан ты. Да, сука, это оружие вообще ни о чем. А вот это не теми же патронами стреляет, по-моему, судя по количеству, по-моему, теми же. Крышка, патрон. А у них это охотничьего карабина. Многие спрашивают меня, ёб твою мать, чинится ли здесь оружие с помощью другого такого же оружия. Честно, я не думаю, что нет. Думаю, что нет, потому что оно чинится на верстаке при помощи металлолома, как и броня. Я думаю, что здесь пересмотрели этот крафт. Вряд ли оно чинится одинаковыми пушками. Умри нахуй. Это что за камикадзе был? Он ядерный заряд активировал и собирался, видимо, в меня метнуть. Или подбежать и забрать меня с собой. Что ж, это супермутант-исламист. Супермутант-игиловец. Пока гонча орала, ее уже можно было расстрелять, да?
Я первый метну гранату и выиграю. И выиграю этот бой. Да, слушайте, это тоже что-то... Шептун тоже как-то их не очень-то убивает, хочу сказать. И петелька тупит. Ибо бот. Вот пушка, господа. Лазерка. Ну что, он сгорит сегодня, нет? В адском пламени пожара. Нету, вот, блядь, вот поджог, реально. Будете играть, не поджигайте никого. Это тупое говнище. Вернее, не ставьте мод поджигания. Апгрейдните что-нибудь другое. Блять, тут на вокзале что-то какие-то звонки, короче, а так кажется, что в дверь звонят. Капздец. То есть вот эти скиллы, они не скроллятся. Надо мышку вниз наводить, и только тогда это все опускается. Это пипец какой-то. Я думал, что мне просто надо будет с уровнем это все открыть, но нет. Псина обездвиживает противников, повышая попадание в него в ватс. В задницу мне надо взлом прокачивать, потому что взломщик из меня ну просто галимый. Я и без вотс в обезвреженного противника попаду. Шипованный дрын, ну вообще. Учитывая, что из супермутантов валятся горстями и вот эти патроны, надо апгрейднуть охотничью винтовку. Охотничья винтовка — это, конечно, пушка на все времена в играх Fallout. Я, помнится, пол игры прошел с такой винтовкой, не апгрейднутой. Поменял ее только в музее Линкольна на ружье Линкольна, или как там. Да, ёб твою мать. Забавно, у них круглые вагоны метро. Скорость бега главного героя как бы намекает, что здесь что-то не то. Да не, вроде нормально бегает. А с видом из первого лица вообще какой-то бред. Смотрите, как он бегает здесь. Медленно, да? А по вагону метро? Ебашат, бля, как я не знаю. Это интересно, с чем связано-то хоть? Это баг 100%. И причем уже не первый я нашел. Bethesda не хочет меня взять в тестеры. Потому что их тестеры, походу, бесполезны просто. Автоматики. А этого кто приходовал? Средний. О, я уже могу средний. Вот это пиздец вообще. А-а-а, ёб твою мать. Я понял, что с этими замками не так. И что с этим бегом. Я же разлочку FPS поставил по совету какого-то комментатора. То есть в игре залочено 60. Он говорит, разлочь FPS. Разлочь FPS и лагать не будет. Ну вот я разлочил. И... ёбаный в рот. Это что было-то? Вот я разлочил, и теперь у меня просто жесть. Протекторон. Но этих говнюков-то мы знаем. Хотя они вваливают так, что мама не горюй. Ой, сталь возьму. Супер мутанта завалили. Нифига петелька ему втащила. Я недооценил эту субтильную собачонку. Так, кто-то еще посоветовал нажимать на всякие скобочки и значки, которые убирают лишние слова. Я не думаю, что это так работает, чувак. Hero, сходство 0. Free, сходство 0. Охренеть. Sync. 102, ёбнуться. Это просто пиздец. Как они работают. Got it.
О! Хакер от бога. Протектороны. Сменить матрицу характера. Медик скорой помощи. Теперь они будут меня лечить ходить, да? А турели? Отключить. Спасибо, давай, до свидания. Теперь бы еще найти компьютер, на котором супермутанты выключаются. Ой, ни хрена себе. Деда тут ездил. Странно, но эта отключенная турель продолжала вести огонь. Надо хакера прокачать, может, он компы сам будет взламывать. Yes. Пиздец, что за чушь? Опять какая-то... Ну, пусть будет пожарный. Здесь, видимо, какие-то разные... Каждый турели свой компьютер, что ли? Я сломал его. Да пизду эти компьютеры, я говорю, он что-то они не работают. Говнище какое. Петелька за мной. Сейчас мы так всех успокоим. При помощи старой доброй винтовки. Мейден братство стали. Супермутанты уже празднуют свою победу. Опа, пацаны. Поздравляю. С победой. Воу-воу-воу. Так, в голову хер попадешь, да? Давай ему по рукам, по шаловливым. Я вообще прокачал какой-то перк, который должен мне показывать, что они... какие у них уязвимые места в режиме WATS. Но... Или WATS, как правильно говорить. Но что-то я не вижу, чтобы мне что-то показывало. Шпилик тут, блядь, склад. Прям одни взломщики тут тусовались. Так... Крышка, патрон, дрын. Мясо, могончий. Ядерный предохранитель. Лабораторная пробирка. Крышка, патрон, мясо, Йогая. Я, в общем-то, лутаю уже только патроны. И крышки, мне больше ничего не надо. Мне бы до станка дойти и починить мой... Починить мой... Лазерный дрын. Мне кажется, у него урон уже снизился. Господи, сколько тут супермутантов косми легло. Чё они тут хотели-то хоть? Терминал возвращения книг. Ёбаный в рот, блядь. Он мне просто в лобешник кинул коктейль Молотова, и я сдох. Ну как так-то, блядь? Оглушил он меня им, что ли, этой бутылкой? Бутылку бросил, я загнулся. Ёб твою мать. Чудесно вообще. Пиздануться, блядь. Как это все работает? Главное, а им что-то мои коктейли... Как, блядь... Как-то похрену, короче. Чё, опять все это лутать, что ли? Мясо гончий. Собачатина. Охрененно. Не я в него, не он в меня. Ёб твою мать. Я даже ширнуться не успел. Они столько бутылок бросают в собаку, в бедную, что пиздец просто. Меня чисто, бля, рикошетом, походу, задевают. О, в этот раз вон пободрее начали. Ширяйся быстрее, ёб твою мать. Еще быстрее ширяйся.
Где-то здесь игра в очередной раз вылетела, пока не знаю, насколько я смогу восстановить запись. Так, значит, мне надо что? Мне надо MedX. Что-нибудь такое, что сократит получаемый урон, потому что я огребаю тут просто невероятно. Невероятный Халк так не огребал. Блядь. Памятник тому человеку, который придумал сменять вид и бросать гранату на одну кнопку. А, на разные. Блять, я ебу. Хотел бросить гранату, зацепился за автомат и ничего никуда не полетело. Отлично. Это была просто охеренная атака. Атака просто удалась. Блять, я что-то не врубаюсь. Как с этой кучей разобраться? Явно, блядь, не при помощи ебаного коктейля Молотова. Говнище полное. Где осколочная граната? Вот, накопилось у меня этих гранат. Сука, разбегайся, пацаны. Я дурак, у меня справка есть. Да ебаный в рот. Ну почему они так, блядь, они бросили гранату намного раньше. Да, если бы эту гранату можно было бросить каким-нибудь, хоть каким-нибудь рикошетиком, более-менее метко. О, блядь, теперь они... Пиздец, просто, блядь, они нахуй даже... Они такое ощущение, что ждут меня, когда я приду, блядь, и огребу. Я огребу от них коктейлем Молотова. Просто, блядь, это какие-то невероятно умные супермутанты. Никогда они такими умными не были. Кстати, когда я вылетел, я начал побеждать, честно говоря. Блядь. Конечно же. Конечно же. Каждый раз надо менять... Ох, нихуя себе! Меня переколбасило. Это что это там прилетело, интересно такое? Мне кажется, что я не смогу сейчас на этом уровне. Что-либо им сделать. Может быть, разве что выманить их попытаться. Охуенно, блять, игра просто сам Господь ее делал. Я в ахуе просто с него. Это пиздец какой-то. Они даже меня не видят, так ебанули. Хорошо. Я понял. Фишку. Опять собака не дала мне пройти нихера. Вот в эту дырку можно им насовывать. Просто от души. О, теперь он злой. До этого-то пацан был, блядь, добрейшей души, ёптой мать, человек. А. Это рукопашная атака, если на В нажать. Кажется, она здесь есть. Что-то они не подыхают, я смотрю. О, в ХДшничек попали. Ну и те, сука, чтобы не скучно было, тварь. Странно, он не сдох. Фу. Библиотека открыта для посещения, да-да-да. Это как с девочками, открывает один. Или как там это было? Девочки, как контрольная, как консервная банка, открывает один, едят все. Что-то типа того. Эта библиотека что-то тоже в этом роде. Зачистил я, читать все попрутся. Я надеюсь, девочки не смотрят эту хрень. Да не. Девочки не смотрят. Девочки не смотрят летсплеи и не какают. Наркоманский двуствольный дробовик? Мне даже вот интересно, а... Наркоманский двуствольный дробовик. Чем больше у вас ломок в данный момент, тем больше урон. Да вы ёбнулись, что ли? Бля, где связь? Я не понимаю, где? Легендарный супермутант-разведчик, ты... Блядь. А, тот он меня так ваншотал. Теперь я понимаю, откуда в меня тут, из чего в меня тот выстрел прилетел, когда меня аж перекрутило. Патрон, патронидзе.
Да, это симулятор лутания игра. Я знаю, о чем вы сейчас все думаете. Я говорил, что ничего не буду собирать, но так я ничего не собираю. Только нужно. Хитроумная рейдерская броня для правой. Вау. Один к ловкости восприятия. Нихера себе. Вот это шмот. Особенные вещи помечены звездочкой. Кстати, вы заметили? Где хитроумная? Для правой ноги. Плюс один к ловкости восприятия. Я ебу. Как она дает этот бонус? Каким образом? А вот и роботы, у которых не было шанса, которые были в численном меньшинстве, но стояли до последнего за Скайнет против человечества и супермутации. О, тут еще и рейдеры воевали, что ли? Вот уж кто стоял в меньшинстве. Опа! Пупс интеллект. О, да. Черт, великолепно. Не зря я сюда пришел. Ой, как не зря. Просто от бога лут. Попер, поперло наконец-то. Наркоманский дробовик один что стоит, а тут еще и пупсик и... Don't think I can pick this. Сука. Как же, блядь, взлом-то? Лучше бы это был пупсик взлома, может. О. А. Так вот оно что. Ну, в общем-то, понятно, я тут все облутал, видимо, все, что мог. Я думаю, ничего лучше. Все, что лучшего здесь остается, остается там, за суперзамком, который я не смогу супер открыть. Печаль. Кстати, обратите внимание, какие здоровые яйца сейчас вот у зеленой собаки, вон, смотрите. Волосатые здоровые яйца. А вон она на них сидит. А я его петелькой зову. Какая ему разница? Ну давай уже, понеслась. Понеслась, давай, надолго грузишься. Супермутантов часто сопровождают гончие мутанты. Я заметил, блядь. Гранаты их часто сопровождают. Просто что, блядь, не мутант, а гранатометчик. Причем от бога такой. На станциях обслуживания брони, да. Мне бы на станцию обслуживания хоть чего угодно найти. Пора конкретно отремонтировать мою снарягу. О, еще один. Верхняя часть черепа. Нахер она мне нужна? Гамлета играть, что ли? Так. Я куда шел вообще? А, я шел. Поставить меточку, да. Пожалуйста, меточку. Там еще церковь какая-то. Так, это какая метка? Вот туда? Вот туда. А то у меня топографический кретинизм и дезориентация наступает здесь повсюду. О, вот эта церковь времен Assassin's Creed. В нее или нельзя ли войти-то, а? Такой объект. Церковь Троица. Само собой, что можно. Ох, и надерут мне там сейчас попендер, я так понимаю. Так, вот с этим буду, походу, я там биться сейчас. Там, наверное, супермутант, бегемот в засаде сидит. Ладно, церковь объект небольшой. Не врите, что она так долго грузится. Come on. Come get me, bitch. Ёб твою мать, опять супермутанты. Они что, тут повсюду, что ли? Нас супермутировали. Ну, в церкви... Сука, это церковь, мне кажется, это сплошная отсылка к какому-нибудь второму Думу. Что-то какие-то каменные декорации, ну, честно, думчага какая-то. И самый прикол, что мне туда не пройти. Ха, секите, я ползаю, и петелька ползает. Сука, такой дурацкий им петелька, что оно мне даже нравится. Кто это такие? Кто из них главный? Там еще один. Я что думаю-то, чуваки, может быть... Может быть... А? О, главного видно сразу с миниганом. Супермутант-бестия. Он так крут, что даже ногами не двигает, когда ходит. Супермутант Майкл Джексон надо было назвать его. Твою мать, петеля, кусай его нахуй.
О боже. Ёб твою мать, пидораска, ты-то откуда вылезла? Сука, ну так я классно все сплан... Блядь. Ну почему эта собака меня не прикрывает, я не понимаю. Блядь, её... Она бесполезна. Тварь, блядь, лесная. Ёб твою мать. Хорошо. Будем стрелять отсюда. Они там что-то варят до кучи, смотрите. А им нельзя там что-нибудь на бошку скинуть? Я догадываюсь, из чего там этот супчик. Или из кого. Сука, прямо в ухо тебе, ублюдок. Пиздец, вот он. Вот у него точность. Ах, блядь. Ну что ж, по-плохому так по-плохому. Да её и дрись ты конём, ёб твою мать. Как ему в пулемет попасть, а? Мои выстрелы просто... Просто лучшие выстрелы. Биатлонист Ростовцев у нас раньше также стрелял. Отлично. Ну что, а теперь можно и на что-нибудь более легкое переключиться. Остальные-то не такие злобные ублюдки, наверное, как этот с миниганом. Подхватить миниган они явно не догадаются, ибо тупые уроды. Так, петеля, съеблись, съеблась нахуй с дороги. Ёб твою мать. Эй. Да пошла ты нахуй, петелька, блядь. Ебланутая, сука, создание, блядь. Тупая ты тварь, блядь. Пиздец, эта собака нужна, чтобы игры, чтобы мешать, блядь. Они ее создали в этой игре, чтобы она мешалась, блядь. Нихуя полезного не делала, кроме как, блядь, таскала ваш ебучий автомат, блядь, на своем ебаном горбу и мешалась вас, блядь, чтобы вы дохли, сука, из-за нее. Постоянно, блядь, чтобы вы, сука, из-за нее дохли, из этой, блядь, твари ебучей, блядь. Заебала она, нахуй, же тупить. Сука, 15-й год, блядь, они так нахуй не научились боту мозги, блядь, настраивать. Пиздец, блядь. Пошла нахуй отсюда. Салют. Да, я надеюсь, что он дамаг-то хоть получил от этой гранаты, потому что... Такое чувство, что нет. Блядь, где опять эта манда, ёб твою мать. Неужели петелька вписалась за своего хозяина? Бестолку, правда. Сука, собака-то злая вообще. На еще грену, ёб твою мать, когда ж ты сдохнешь-то? У них какая-то защита от взрывов просто аномальная. Мне так сразу жопу отрывает, блядь. Ёб твою мать. Наконец-то. Все, теперь все смогут тут молиться теперь, да? Церковь тоже защищена. Замок сложный. Да вы что тут сговорились с своими замками? Я вижу, как назло тут все сложные, что ли? Обгорелая книга. Кому она нахрен нужна? Странно, тут можно было по стелсу прокрасться и что-то сделать или что? Или просто по стелсу прокрасться и напасть с наилучшей позиции, видимо. Например, отсюда.
Что мне мешает прыгнуть? Миниган, да нахрен мне. Очередной миниган. Потрясающие крутые истории. Урон супермутантам на 5% выше? Вау. Коллиматорный настроенный охотничий карабин. Вот это сильная пушка. Так, оружие. Коллиматорный настроенный охотничий. Вместо вот этого, наверное, возьму. Только это оружие другого типа. Хм. Выкидной нож. Ну и нахрен мне нужен. Так, что... Что у меня есть? Наркоманский дробовик. Это вообще отлично. И только я не собираюсь его. Охотничий карабин. Но у меня теперь вот тот есть. Этот мне уже не нужен. Пистолет-пулемет. Вау. Урон 10. Праведный властелин. Удвоение урона от критических попаданий, повышение. Что это такое праведный? А, это моя лазерка. А, керамическая миска. Вот эта тема. Керамика нужна для крафта турелей. Постоянно не хватает. Аппетитная соляночка, ёптать. Из мясца-то. Это что, здесь выход есть? Блин, задолбало это. Собака мешаться все-таки. Выхода нету, но почему-то показывает, что как будто он там есть. Ну, внизу я сомневаюсь, что что-то спрятано. А я не ходил разве еще? Ну, золотые часы бы тут не лежали, я думаю. Ага. Это задняя дверь. Оказывается. Была таки там встроена. То есть от того, через какой вход вы будете входить в такие здания, будет зависеть, как будет развиваться сражение, получается, за территорию. С тыла было бы явно проще. Сколько раз я там огреб на входе просто. Пес обнаружил врага. Где ты обнаружил врага? Тетюльки. Блять. Даже в щи не дойдя, что ж такое? Оу. Караван. Кто-то нагнул караван. Его, естественно, не обыскать после того, как его убили почему-то. Наверное, все украдено до нас. Так, песик, иди-ка ты в задницу, пойдем. Все-таки... А, вот и дождь пошел, смотрите. Я ждал дождя, вот он. 27 FPS, здравствуй. Что случилось? Это что тут такое? Кого это они тут повесили? Каких-то жителей. Видимо, рейдеры здесь тусят, да? F5 сельвупле. Закрыто на цепочку. С другой стороны, как бы не спалили. А вот и головы. Давайте поищем знакомых. А, то, что у них полопались... Капилляры на глазах, говорит, что они умерли от асфиксии. Их вешали. Кто там? Ты спрашиваешь, кто там грязный ублюдок? Это мистер Граната. Зашел поздороваться. Что это за херня была? Вам что, насрать, что ли, блядь? Подожди, у меня больше нет гранат. Тогда сейчас мистер господин Молотов к вам зайдет. Где у меня это говнище? А, ну-ка. О. Вот на это они как-то бодрее среагировали, вам не кажется? Где вход? Ёбаный кибастос, блять, а. Да ну нахер. Еще и машина перепарковалась.
Турель нагнула собачку, ничего, клемается. Стимуляторы не резиновые. Так. Башка у него с критом. Осколочная мина. О! Ау. Да все, все, блядь, отмена, нахуй. Ёб твою, хуль ты завис-то, ебанат, блядь. Натрия, ёб твою мать. Блядь, я ебал твой рот, ну ты и ублюдок. Сука, промахнулся два раза и завис, прихуел, наверное. Как я, блядь, так нихуя я ёбнул. Куда стрелял, хуй знает. Сука, деградант, блядь. Да пошел ты нахуй. Тут по стелсу невозможно проползти, походу. Они, видать, четко на стреме там. Где эта ебучая мина? Вот турель, наверное, можно взорвать. На собаку турелька не работает, да? Как удобно. Странно, но гранаты нету. Немножко бесит, что после каждого выстрела надо перезаряжать это говнецо. Знаете, сволочь, за мою собаку, мразь. А, да. Бля, винтовка говно, короче. Так. Ни в какие, блядь, ворота не лезет стрельба из этого. Дерьмомета, блядь. Чё это там ебало торчит, а? О, даже попытались что-то показать, типа снайпер элит. Мы типа тоже можем так сделать, да? Только что-то не удалось, потому что до конца полет пули-то не показали. Стимулятор, тошка какая-то. Какая-то тошка, ёпта, что за тошка? Хуль ты скулишь, ёпта, животное? Охуенно. И тебе привет, придурок, блядь. Нищеброд какой-то, сука. Да ты заебла меня. Подавись симулятором. Бесполезная сволочь. А как она на крышу залезла? Я понял, чтобы убрать выбор собаки, надо с ней поговорить. Самогонный аппарат. Химлаборатория. И что тут делать? Ну вот, допустим, один Баффет. А хуй его знает, может тут Хилкина. Да ёб твою мать. Когда ж ты сама себя сожгешь, мразота? Это рейдер-мусорщик, это не... Она еще и полечилась, ну ты посмотри какая. Ёб твою мать! Пиздец, блядь, господи, ёб твою мать! Ой, блядь, хули я не сохраняюсь-то в этой игре? Объясните мне кто-нибудь, блядь, на каждом шагу, сука, блядь, гранату могут кинуть. Сохраняйся, ёб твою мать! Нет, зачем, блядь? О, сразу двоих взорвал в этот раз. О, пошла жара, значит. На, не забывайте ставить гранаты. Так, нахуй, удачно зашла. Сохраняемся. Пиздец вообще, блядь. Турель, давай, до свидос.
На замахе убрал. Ну давай, сука. Что я с тобой, блядь, играться буду, уёбок? Пошел в жопу, сгори в огне. Поселенца убили. Отморозки поганые. О, она что, с крыши упала, что ли? Да, походу ёбнулась. Короткий боевой карабин. Вместительная сварная и рейдерская броня, нихера себе. Да-да-да, я понял. Одежда вместительная, сварная и рейдерская броня. Шесть-четыре. Это значит выбросим. Стимулятор. Вот где она орёт-то? Устричный бар Шелли. Это чё за фигня? Чтобы на крышу выйти, типа загрузку надо посмотреть? Чё это такое? Кухня? Грузилась, как будто я не знаю. Ты ещё что за дебил? Мозгогриб. Чё за мозгогрибы какие-то, блядь? Напридумывали. На сопли похожи какие-то. Так, F5 нахер. Бэкбэй называется эта хрень. Но поскольку мы выходим на улицу, загрузка будет еще полчасика, да? Прекрасно. Да, эти загрузки Fallout'а просто мертвого заебать могут в легкую. Гладкоствольный затвор, снайперский карабин. А, это ты тут мне что ли тут булькаешь с крыши, мандула, бля. Жуй патроны. Кожаная, кожаная, металлическая, кожаная. Чё мы тут охраняли? Ничего. Одолжу ваш ссаный матрас. Вам на нем уже не спать. Снайперский карабин. Ну не знаю, блядь, нужен ли мне снайперский карабин. По мне это говно какое-то. У меня есть уже одна снайперская винтовка. О, а вот короткоствольного пистолета 44 у меня еще не было. Коллиматорный укрепленный гладкоствольный. Пистолет, видимо, в жопу. О, тайничок-с. Патрон, бутылка. Опять какой-то. А, хреново, что у них не вмещается полностью надпись, блять. Приходится подбирать, смотреть, выкидывать. Это так долго и утомительно, что лучше я обойдусь вообще без всего. Так долго и утомительно, как и мой путь туда, куда я там иду, в этот грёбаный домик, как его там, Глюкенштрассе, блядь, Галлюциген, короче, ну вы поняли, походу придется идти туда в следующей серии уж, больно многое в этой серии сдох, больно много времени уходит, так что пишите, жмите.